Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Ольга, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я продолжаю видео о новинках. Хочу сразу показать, здесь вот готовая земля. Ну, конечно же, ее нужно будет перемешать. И вот такие адаптогены, это и пин, и стимул для адаптации нашего фикуса. Здесь у меня стоит вот такая вот очаровательная, я бы сказала, пеларгония. Это уникорн The Nartic Rose. Не знаю, это уже, мне кажется, не новый сорт пеларгонии, но она довольно-таки недорогая у нас именно из-за нартиков. Нартики вообще как ценятся, они дорогущие. Вот, и захотелось мне попробовать. На самом деле плюсов довольно-таки очень много. Она растет довольно-таки быстро. И она стоит под хорошим освещением, но вытягиваются такие вот длинные черешки у листочка. Это меня не пугает. Некоторые свисают. Очень довольно-таки интересное растение. Вот, пересадила, но не поливала, поэтому вот один листочек завял на своем еще процессе роста, но остальные растут. И вот здесь, вот и здесь их целых тут на одной веточке два таких череночка растет, или как правильно сказать, не знаю. Ну, в общем-то, вот такие вот, вот такая вот растюха. Очень мне понравилась, она не похожая на пеларгонию, у нее запаха нету листа вообще. Цветочки у нее тоже не похожи, они такие будут большие, розового цвета. Розовый цвет не очень люблю, но вот у нее он как-то красиво смотрится, компактно. Растение длинное и вьется. Ну, несмотря на это все, она очень даже красивая. Так, здесь у меня мерсина. У меня их целые два череночка. Вот так они выглядят. Мелколистный. Их еще путают с миртом, но с миртом ничего общего у них нету. Вот такое вот растение. Это ратия варигатная. Вот такая вот. Почему-то у нее вот здесь вот подсох немножко один листочек. Не знаю, с чем это связано. Но, по-видимому, из-за того, что она варигатная, ее нужно будет ставить на хорошее освещение. Вот здесь она уже начала крутить листочки. Это не у меня, это еще там у хозяйки, которая мне продала этот черенок. Ну, в общем, он хорошо укорененный. Здесь вот видны прям хорошие корни. Дальше вот такая вот прелесть. Ну, может быть, это не прелесть еще пока, потому что мальпигия, она еще ни о чем. Просто такой черенок. Но черенок такой не маленький, хороший череночек. Вот она такая вот почему-то висящая. Конечно же, я что буду делать с этими черенками? Я обрежу, попробую укоренить. Конечно, прежде чем это делать, я почитаю, как они укореняются, легко ли зимой. Вот. И еще хочу показать вот такой фикус. Его однозначно буду обрезать. Я думаю, что фикус укоренится. Фикус называется Фред Бутин. Вот такое растение. Очень интересный. Лист у него похож на инжирный, но намного плотнее. Он вот такой вот. Размер листика небольшой. Вот. И обрезать я где-то буду ее в районе вот этого. Хочу с нее много черенков. И тут вот она была подрезана вот здесь. И череночек пошел сбоку. То есть она особо не ветвится. Не знаю, с чем это связано. И вот такой вот олеандр. Олеандр пестролистный. Цветет красным. Но ему, как вот я уже замечаю, пестрым олеандром не хватает либо влаги, либо что. Хотя они неприхотливы к тому, чтобы опрыскивать их. Но несмотря на это, они вот так вот как-то портится у них листочек, и нужно будет думать, читать, что и как. Земля, в принципе, там хорошая, но, может быть, нужно будет пересадить. На сегодня это все. Остальные новинки ждите в следующем видео. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока.